сегодня целый месяц, как мы прилетели к вам на планету. Вот, вообще круто, день рождения, поздравляю, ура! О, ребята, а как вы отмечаете день рождения? Да, вот это, шарики есть? Есть. А что еще есть? Что? Что еще у них есть? А каждый отмечает по-разному, день рождения. Да. Да, вот, например, там некоторые приглашают много гостей. Да. И все приходят, дарят подарки. Подарки. Вот, но... там уже гости просто заходили, вот, и подарили подарки. Но какой же... Подожди, подожди. Но... я тебе тоже хочу подарить подарок. Ты мне приготовил подарок? Да. Ну, давай. Шоколадка, да, держи. Вот это да. А я тебе тоже подарок приготовлю. Какой? Смотри. Держи. Тебе о, тоже шоколадку приготовлю. Обменялись шоколадками. Ой, ребята, ребята, вот. А у каждого день рождения бывает разное. С подарками, с игрушками. Да. А некоторые ходят еще в кафе. Кафе. Да. И там развлекаются, там играются. Там разные. И мы здесь будем тоже. Да. А еще, Зорик, а еще некоторые мамы пекут дома торты. Да. А у нас нет. Есть. Я приготовил. Сейчас принесу. А какой же день рождения без тортика? Вот, смотри! Покажи! Вот я приготовил! Ой, у нас будет торт! Да, давай, да. Сюда! Давай! Вот! Смотри, еще! Да. А еще, ты знаешь, что? Вот, сегодня день рождения не только у нас! Ну и все! А еще у одной замечательной девочки, да, которую да, зовут Эвелина! И что? Мы хотим ее поздравить, пожелать ей громадного здоровья! Да, да, вот такой вот большой-большой удачи! Да, да. Ты никогда не болела, всегда слушала свою маму! Да, вот. Да, да, самое главное! Вот, а у тебя, Эвелина, есть торт? Нету? Нету! Так, непорядок, да. Надо срочно отправлять кого-то за тортиком! Да, скажи маме, чтобы купила! О, подождите, у нас чего-то не хватает, я знаю, чего сейчас! Чего? Чего не хватает? Все вроде есть, подарки торт. Ой, у нас не хватает свечей! Ты что? Лёлик! Что? Свечи же нельзя! Свечи чего нельзя? Потому что, ну, во-первых... Я тебе подожгу свечи! Да, как подожжёшь? Это только с разрешения взрослых, вообще, только взрослые зажигают свечи, а детям нельзя. Да, мы с тобой все маленькие, поэтому нам нельзя тоже. Ребята, запомните, нельзя зажигать свечи самим нужно зажигать свечи только в присутствии родителей. И то, чтобы это делали родители. Я совсем забыл, да. Спички детям не игрушка. Да, да. Спички детям не игрушка. А давай тогда просто давай, представим, да. Что, да. Здесь стоят свечи, и мы должны их задуть, да, вместе, давай, с ребятами. Да. А когда будет взрослый, они нам поставят эти свечечки. Да, будут зажигать. Просто у нас здесь взрослых никого нет. Да. Мы только наши любимые игрушки. Да. Шарики воздушные, свечи да хлопушки. Да. О, я вообще поэт какой-то. Ну что? Ну что? Давай. Нам исполнился один месяц, как мы у вас на планете. Да. Загадываем желание. Да, загадываем. И потом летим три раза. Так. Да. Хочу. Нельзя, надо полететь в путешествие. Куда? Ты хочешь куда? Надо про себя загадывать. Про себя? Да, чтобы исполнилось. В Алтай хотел сказать, нет? Нет, я хотел полететь. Ой, сейчас. Куда? Про себя надо загадывать. А, про себя. Да. В Алтай. Про себя. Да. Да. Все, я загадал. Ты загадал? Да. Хочу. А что, сбудется? Да. Давай. А пора уже спать. Пора. Ребята, давайте мы спать, да. А с утра... кашку кушать, а потом на десерт тортик. Да? А потом тортик. Да. Давай. Пойду поставь в холодильник. Поставь в холодильник. Так. Давай. Ты, мультик уже начинается, быстрее. Столько подарков. Столько подарков. Ирина, еще раз днем рождения. Все, смотри мультик.